друзья, всем привет! Сегодня хотел записать мини-влог. На улице, ну, идет мелкий дождь. Ну, обычно, конечно, в такую погоду охота сидеть дома, да, за чашкой кофе. Вот обычно мы же видим, да, в фильмах или, ну, на различных, да, фотографиях, может, как люди с горячим чашкой кофе сидят у окна, да, и смотрят, ну, то, что происходит на улице. Смотрите, друзья, где я прохожу. Вот. Вот, узнаете этот район? Ну, это район 8 микрорайона. Я здесь жил примерно с 95 года по, если память меня изменяет, где-то до 2017, где-то 18 годов. Ну, сюда переехали в 95 году. Вот, так что это мой родной микрорайон, друзья. Смотрите, здесь построили, да? Игровые площадки. Друзья, сегодняшний эфир хотел записать на такую тематику. Ну, сейчас же много, да, новостей насчет ТикТока там. Кто заблокировать, кто еще с какой-то инициативой. Но я хотел именно пообщаться на такую тематику. Например, что вы смотрите, да, в ТикТоке. Есть же, например, различные, да, каналы, где, например, вот я, например, смотрю одну семью, там есть этот, если тоже не ошибаюсь, его зовут Дрэгон, да, он в основном, ну, не то, что прикалывается над отцом, да, но у него много, да, совместных роликов с отцом, где они вместе весело проводят время, вот, так что я тоже хотел попросить вас поделиться в комментариях, кого вы смотрите в ТикТоке, да, вот, так что я вспомнил вот этого парня, да, который снимает семейные влоги с отцом. Что-то там его как-то Дрэгон называется. Так, потом недавно увидел в ТикТоке про одну женщину в возрасте. Она, получается, в основном она поет песни и танцует. Там в основном танцы идут и песни в основном таких, да, 90-х годов там. Ну, которые именно мне ближе, да, по душе. Ностальгические такие песни. Так, потом я видел в ТикТоке одного мужчину, который в основном, ну, многие видео были, где он танцует в кафе. Например, там он накрывает за стол и получается, ну, танцует прикольно. Потом недавно я видел эти видео, где он танцует в этом, ну, на улице, где-то на площади, может, какие-то батлы вступают, в общем, прикольно танцует, вы, наверное, все его знаете. Вот, смотрите, куда я дошел уже. Так, постараемся дорогу безопасно перейти. Вот, потом, кого еще можно было вспомнить? Давайте перебежим дорогу. Так что вот, друзья, пишите в комментариях, кого в основном смотрите, да, из блога. Ну, я так понял, что много контента в ТикТоке, именно такие развлекательные, да, смешные, комедийные. Конечно, я еще не дошел до уровня там снимать комедии, да, но, конечно, все в плане. Я хочу в будущем поснимать ролики, где хочу тоже попеть, да, песни там. Ну, я раньше любил тоже петь песни. Так что это все в плане, друзья. Конечно, будет это как реализовано. Посмотрим. Вот машина не пропускает, друзья. Хотя здесь пешеход. Вот, узнаете этот район? Мы уже перешли в район 6 микрорайона, с 8 на 6. Вот, друзья, так что давайте пообщаемся в комментариях, кого вы в ТикТоке смотрите. Ну, я еще кого вспомню, напишу в комментариях. Давайте.